Я представлюсь, меня зовут Дмитрий Смирнов, звоню вам по поводу вашей регистрации. «Газпром Инвест» заинтересовались. Да. Да, я представлюсь, меня зовут Дмитрий, звоню вам из компании «Quality Consulting». Мы являемся аналитическим департаментом и предоставляем вам услуги в сфере анализа рынка. Подождите. Ну, пожалуйста, чем заинтересовались? Да. Вы из какой компании «Quality Consulting»? Quality Consulting. Вы прошли регистрацию по проекту «Газпром Инвест». А что это такое «Газпром Инвестинг»? «Газпром Инвест» — это просто проект, реклама, да, по которой вы прошли регистрацию. А мы же вам предлагаем зарабатывать, что касаемо конкретно «Газпрома», то вы можете приобретать акции «Газпрома». Также наша компания является аналитическим департаментом. С действующими более 15 тысяч клиентов, да, по всему миру. Сколько клиентов? Более 15 тысяч клиентов по всему миру. А что за аналитический департамент? Вы анализы принимаете какие-то? Мы не принимаем, мы анализируем рынок. Даете анализы? Проводим технический фундамент. Да, мы предоставляем анализ нашим партнерам. Фу. Анализ по рынку. А кому нужны ваши анализы? Инвесторам. А зачем им ваши анализы? А что за анализы? Жидкие, густые, какие анализы? Анализы, какие акции лучше всего сегодня инвестировать, да, и как вы на этом заработаете. Ага. А вы с какой целью регистрации проходили? Чтобы пользоваться вашими анализами. Пользоваться нашими анализами, да? Угу. Вы видите что-то в этом смешное? Ну, в этом есть какая-то трагедия, да? Драма, может быть. Трагедия? Скажите, сколько вам лет? Скажите, а зачем вы спрашиваете меня о возрасте? Потому что, мне кажется, вы нервничаете, да? Да, я очень напряженный. У меня даже, кажется, паническая атака начинается. Проблемы? Паническая атака? Да, у меня паническая атака. Мне кажется, что сейчас в меня полетит баночка с анализом. Баночка с анализом? Я понял, у вас проблемы в жизни, да? Да, у меня чудовищные проблемы в жизни. Одна из них сейчас зачем звонит мне. Зачем вы проходили регистрацию, скажите мне? Зачем вы проходили регистрацию? С какой целью? Я же ответил на вопрос. Вы думаете, если вы будете сейчас троллить меня, то вы от этого заработаете денег? Вы ошибаетесь. Денег вы от этого не заработаете. А вы думаете, что если все пойдет по вашему сценарию, то вы заработаете деньги? По какому нашему сценарию, скажите мне, пожалуйста? Ну, вы мне звоните как? Так, импровизируя? Я вам звоню с конкретным коммерческим предложением. А вы мне начинаете... Что? Я просто, да, я неправильно вас понял. Я неправильно понял. У вас коммерческое предложение ко мне какое-то? Да. Теперь я думаю, что мы с вами точно не сработаемся, да? Мы же не с вами... Ну да, придется вам анализы оставить себе. До свидания. Угу.